Добрый день, дорогие любительницы украшений с натуральными камнями. С вами Татьяна. Опять убежала с работы, чтобы снять при свете дня, при дневном освещении. У нас сегодня солнышко, с утра был дождик, но сегодня и погода наладилась, и 7 градусов тепла, мы находимся в Ростове-на-Дону. Итак, не буду долго вас задерживать, поехали. Сегодня хочу представить вам очень красивые изделия с камнями люкс. Кварц с хлоритом, 18,5 размер. Кольцо, посмотрите, посмотрите, пожалуйста, какая красота внутри. Его еще называют аквариумным кварцем. Вот так здорово смотрится на руке. 18,5 размер. Цена такого кольца 6000 рублей. Абсолютно прозрачный, с включениями хлорита. Аметрин в огранке. Посмотрите, какой изумительный камень. Посмотрите, какая огранка. Как играет на солнце. 18,5 размер. Цена такого колечка 17000 рублей. Ручная работа. Вот такое высокое коктейльное кольцо. Желтенькая полосочка цитрина так здорово вписывается. Посмотрите, шикарнейший камень. Цена 17000 рублей. 18,5 размер. Аметист огранки кабошон с включениями. Посмотрите, посмотрите, какой роскошный камень. Вот таким вот образом. И шторочки там, и включения разные, и гранат в огранке. Кольцо выполнено в стиле арт-деко. Посмотрите, пожалуйста. Очень интересный дизайн. Вот так невероятно оно смотрится на ручке. Это ручная работа. Стоимость аметиста 15000 рублей. Огранка кабошон. Цитрин с фантомом в ограночке. Невероятный камень. Фантомчик. Мариона. Такие камни называют еще цитронами. Посмотрите. Вон он, фантом. Очень интересно смотрится. Огранка маркиз. Высокий камень. Интересный дизайн, ручная работа. Пробочки на месте. Вот так здорово смотрится на руке кольцо. Шикарнейшее коктейльное кольцо. Размер макси. Дальше. Поехали. Цитрин серьги. Тоже размерчик макси у нас. Вот такие шикарные сережки. Тоже с переходом. Тональный переход, смотрите. Вот так здорово сверкают. Огранка багет. Ручная работа, обратная сторона. Посмотрите, насколько выпуклый камень. Пробочки на месте. Шикарные камешки. Камни просто сказочные. Игра невероятная, особенно на солнце. Стоимость серёг 25000 рублей. В
Флюорит. Вот такой прозрачный, с включениями. Размер 18,5. Очень удобно, идеально сидит на ручке. Посмотрим поближе камешек. Смотрите. Включения, волны, камень неоднородный, тональные переходы имеют место быть. Черненое серебро подчеркивает вот такой шикарный камень. Пробочки. Стоимость кольца 15 000 рублей. Турмалин. Посмотрите на солнце. Какая красота. Турмалин полихромник. Полностью прозрачный. Вот так здорово сидит на руке. Очень солидный, статусный перстень. 19-й размер. Цена такого турмалина 17 000 рублей. Очень интересная оправа. Посмотрите, пожалуйста. Пробочки на месте. Шикарное колечко. Набор с турмалином. Посмотрите, какой камень. Полихромник. Переход от белого к темно-темно-вишневому, к фиолетовому даже, я бы сказала. Серьги, длина серег 5 и 8 сантиметров от места прокола ушка. К серьгам есть колечко. 18,7 размер. Посмотрите, колечко на солнышке. Вот такое шикарное кольцо из одного кристалла. И вот так вместе комплект смотрится. Сейчас, минуточку, покажу вам на руке. Вот так здорово смотрится на руке. Тени пошли, и уже вот хотела показать вам красоту ограненных камней. Цена комплекта 15 000 рублей с турмалином. Посмотрите, вот его видно. Здорово. И празиолит комплект. Колечко 18,5 размер. Шикарнейший камень. Ограненный празиолит. Посмотрите. Посмотрите кулон. Посмотрите, невероятная игра. Вот так смотрится вместе. Подвес и кольцо. Цена комплекта 15 000 рублей. Обратная сторона кольца, пробы, брутальная оправа, черненое серебро. Вот так здорово это выглядит. И завершает нашу коллекцию кольцо с празиолитом. Шикарное коктейльное кольцо, 18,5 размер. Нереальный камень, огромный в огранке. Брутальная оправа. Посмотрите, какой роскошный камень. Какая невероятная игра. Пробы, черненое серебро. Цена колечка 17 000 рублей. Еще раз покажу на руке.
Вот так. Здорово оно смотрится. Игра невероятная. Собственно говоря, вот из-за вот этих моментов шикарный камень. Просто шикарный. Итак, все. На этом я заканчиваю свое короткое видео. С вами была Татьяна. Пишите все вопросы в WhatsApp, сообщения, у кого нет WhatsApp и Viber. Можно на Instagram, но почему-то ссылочка не работает. Буду разбираться вечером. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всего вам доброго. С вами была Татьяна.